Ну что у нас тут? Говорят, на трех самолетах что-то появилось новое. Пойду пройдусь, посмотрим. Вот со стороны больницы тут уже сколько всего. Вот есть план объекта. Тут вот можно будет почитать потом. Большой такой объект. Но, видимо, не на весь лесопарк. Справа тут еще вот остается место. И так до памятника, наверное, оставят деревья. Вот дорога, где бегали. Тропинки тут вот уже делают с бордюрами. Надеюсь, не как вот возле почты будет чисто камушки. Но в целом лучше гораздо. Может, как в Атном хотя бы парк сделают такой. Прикольно. Осенью придем смотреть тогда, что получилось. А тут вот непонятно, зачем их убили. Вот тут местные новых деревьев понасажали. Вот тут тропинка будет. С другой стороны выйти. А тут, видимо, основной вход будет. Тут коридорчик такой. Посмотрим.